дела, дорогие друзья? С вами сегодня, как всегда, Кофи и Иксайл, и мы в очередной раз отправляемся, так сказать, в мир напарников CSGO, чтобы, конечно же, показать всем, как по-настоящему надо играть в эту CS-ку, чтобы всем показать мастерство. Вот. Илья, поздоровайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, народ, всем привет. И по-моему, да, они идут. Ой, хорошо, ой, прекрасно. Рядом со мной. Иду. Так. Брат, живи. Он коцный. Так в смысле? Я один раз только попал по нему. Хорошо. Просто прекрасно. Ребят, как вы уже заметили, сегодня мы играем на карте Трейд. Вот это мейн. Что, в принципе, как бы для нас диковинку. Ну, лично для меня. Я не знаю, как для Ильи, но для меня точно это просто что-то новенькое. Потому что обычно мы играем совершенно на других картах, как бы в напарниках. Но сегодня мы решили в качестве эксперимента просто попробовать что-то новенькое, чтобы, так сказать, не стоять на месте, а постоянно как-то вот это, прогрессировать. Олег, вот это первая линия называется. Первая линия. А это вторая линия, да? Ну, нет. Где-то... Нет? Подожди, что-то из... Зелень, по-моему, да? Что-то из этого как-то так называется. Зелень это, да. Наверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по голове попали мне. Я на пунте стою. Забей. Ну, все понятно. Ай! Это был фиговый раунд в нашем исполнении. Но я реально типа пока не понимаю, что где когда. Я надеялся, что мне в голову-то не попадут, блин. Мне в голову попали. Ну давай, смотри, сейчас просто делаем эко-раунд и. Но я не козел. Ну я понял. Давай я тоже дигу куплю, так сказать, почему бы и нет. Вот, попробуем взять раунд на диглах. Может быть, это что-то поменяет, а может быть и нет. Но они, по-моему, они издалека постоянно вот оттуда выходят. А из мейна. Кидает постоянно молотов в эту позицию, чтобы там никто не стоял. Мне кажется, кто-то один из них сейчас поверху идет по вагонам. Нет? Никого? Один уже прошел. Олег, уже прошел. Прошел. Я убил. Где он? Смотришь. Может быть наверху. Может быть справа сейчас. Может быть слева. Так, я понял. Там электроник. Вот куда он ушел, там электроник. Что такое электроник? Это там, который, это там, щиток, который стоит. Электронный щит, да. Я понял. Вверху? Сейчас на самом деле такая шара залетела. Вот прям, я вообще, по-моему, стрелял в какую-то другую точку. Да. Я не знаю. Так, держи ФМС, брат. Я специально для себя. Так, я возьму эмочку. Спасибо. Так, снаряжение, световая граната. Ну, это хорошо. Мы, по сути, взяли форс-бай такой, как бы, вот. Поэтому все круто, все замечательно. Самое главное сейчас не сливать. Самое главное сейчас просто выигрывать раунды. И тогда все будет чики-пуки. Я стою на пункте. А, мы вдвоем стоим на пункте. Сейчас я кину флеху им туда. Опять они через это. Так, они кинули смолк на плент. Я у щитка. Ты у щитка? Да. Я прошел немного дальше. Они могут через зелень пройти просто тоже. Типа, они могут со спины типа, зайти вот слева. Тут от еще есть одна. Тут лестница, которая ведет с минус один. Бомба у меня. Второго пока не вижу. А, я понял. Я его накоцал. Очень сильно. Хорошо. Найс! Они, кстати, смотри, они тоже делали закуп. У них муха вот тут, я вижу, у кого-то. Но у второго ничего. Они, у второго калаш был. Серьезно? Да, они делали бай. Блин. Откуда у них деньги? Подожди, они, по-моему, они же ни разу бомбу раунд не ставили. Ну так они выиграли. Да, ну они. Так за выигрыш раунд уже поворот дается. Ну ладно, хорошо. Ты меня убедил. Так, ну все. 3-1 пока. А слушай, это вообще карта, по-моему, она КТ, да? Или террорист? Абсолютно КТ. Я понял. Что это за звук был? Эко. Плюс один. Так, и... Ну это, по идее, это должен быть наш раунд. Ой, он меня прострелил. Он в мейне. Не понял. Ну он, скорее всего, там и будет стоять. Просто сидим на месте, ничего не делаем, не рашим. Ну либо так делаем, да. Ну, счет 4-1. И, по-моему, сейчас... Или, подожди, когда у нас будет следующий? По-моему, сейчас решающий раунд за эту сторону, нет? Нет. А когда? Когда будет 6-1? А, ну все. Тогда, в принципе, мы можем реально выиграть вообще на изи, как бы, в этой катке. Потому что, если у нас получится взять еще 2 раунда, это будет просто прекрасно. Это будет просто замечательно. Я, так сказать, полюблю эту карту. Я вижу, они снова там, походу. Они снова там. Так. Хотя, ой, стоп. Один электроник. Уже один прошел. Они уже на планете, ставят бомбу. Со стороны Зиги. Я понял. На первую линию прошел. Вот сейчас. Сейчас, подавай. Короче, я сейчас пойду сюда. Надеюсь, пожалуйста, давай, вот ты сейчас будешь стоять здесь.
я тебя, так сказать, быстренько сниму, потом второго тоже на камеру. Вот, и... Так. Хорошо, второй где? Мог подняться наверх. Вон там. Либо на зиге. А, у меня... Вот как он там появился, что? Он чисто со спины подошел. Ну там в любом случае я даже, наверное, не успел бы обезвредить бомбу. У меня диффузы забыл купить, как бы. Но сейчас, как бы, денег много, денег полным-полно, поэтому надо делать, конечно, идеальный просто закуп, чтобы на все хватило. Особенно, как бы, на диффуза, потому что без них, как бы, без них мало что получится. Как бы, каждая секунда, она бывает решающей, поэтому надо, как бы, за этим обязательно следить. Но они, смотри, они через зелень, вообще никто из них не ходит. Ой, то там есть... Так, я понял. В игру вступила тяжелая артиллерия. Нет! Минус 66. Через зелень идет к себе на плент. В принципе, если ты... Минус... Найс. Да твою мать, блин. А, он обошел, тоже, тварь. Он обошел. Так, ну слушай, 4-3. Как он успел так пройти? Я не знаю, мне кажется, он сразу как-то его спалил, он сразу, наверное, побежал туда. Так, а вот это уже что-то похоже... Нет, это еще не последний раунд. Что, может сделать... А, последний? Так, давай тогда что... Короче, я по 90 куплю, и флешку еще хватает. Вот сейчас надо на самом деле брать этот раунд, потому что он многое решает. Если мы его сливаем, то надо выиграть обязательно следующую пистолетку. Давай вместе тут постоим. Если кто-то будет идти. Никого? Можем, в принципе, в спину. Ну, кстати, да, хорошая тактика, хорошее предложение. Можем обойти в спину. Только надо шифтить. Сейчас, по идее, они должны уже поставить бомбу. Или нет? Но они чего-то ждут. Один на Олафе. Где? Ай, да твою мать, минус 75. Да давай же ты! Так, минус хорошо. 75 ласт. С ВП. Играй просто в это. Знать бы, где он еще находится. Да давай же ты! Да почему? Одно попадание. Да в смысле? Короче, я понял. Я понял, что все супер плохо. Я понял, что все супер плохо. Ладно, ладно, ничего страшного. Сейчас постараемся взять, как бы, отыграться за террористов. Но у нас должно получиться, у нас должно получиться. Все, покупаем, да. Короче, все. Идем, как? Какой план? Какая тактика? Что делаем вообще? Как работаем? Да, го на зелень. На зелень? Уверен? Просто вперед, иди. Ну, давай, погнали. Либо, может, либо через, как, ну, как идти на Б, потом вниз по лестнице. Ну, ладно, уже побежали через зелень, так через зелень. Нет. Все равно какая разница, уже ничего не успеваем. Ладно, но я надеюсь, что сейчас все будет чики-пуки. Справа! Понятно? А, отлично, просто под пули попал. Ужас. Давай, ты сможешь. Так, давай. Сейчас перезарядочка. Да все получится. Он, кстати, Слабку. Своего в голову ударил. Ну давай же! Ну! Поближе, поближе подходи, у тебя ближний бой. Не спеши, все хорошо. Такая напряженная просто. У тебя глок, ты должен зажимать. У тебя бомба есть. Ты можешь бомбу поставить. Да! Ой, хорошо. Фу! Слушай, вот это мне нравится. Вот это я прям вот все. Самое главное то, что мы выиграли пистолетку. Сейчас самое главное не слить вот этот раунд. Потому что он многое что решает. Он многое что решает. Так, это наш шанс на победу, это наш шанс в финал. Ну, финала нету, как бы, но мы представим, что он есть, как бы, да, и вот то, что у нас есть, как бы, вот, возможность пройти в него и выиграть. И затащить, и просто... Смог. Один где-то здесь стоит. У меня стреляет. Да в смысле? Минус 93, у одного 7 хп. Вот ты его и убил. Можешь у меня калаш подобрать. А может быть и лучше, не надо это делать. Смотри сам. Брат, выиграй этот раунд, пожалуйста. Да твою-то, сука, мать. Ай, да что ж такое-то? Я не понимаю, мы как-то вот вроде пробиваемся, вроде получается, а потом что-то нас откидывает назад. Блин, ну капец, я просто чуваку оставил 7 хп. Ну как так можно было вообще, я не понимаю. Так, ладно.
Че делаем? У меня через смог стреляли, твари. Пошли через зелень, думаю. Я думаю, один может пойти. У тебя что? У меня глок, я ничего не покупал. А что ты не купил? Ну я приберег деньги на следующий раунд. Так я зафорсился. Я просто это поздно увидел, поздно обратил на это внимание. Давай я первый. Вон он. Минус 73. У него очень мало хп. Хорошо. И вот последний как раз таки остался, у которого 20 хп. Ну, у тебя тоже 20 хп. Вот, не, сейчас, в принципе, у нас как вообще идет? Типа, если посмотреть, то берем вроде раунд мы, берут они. Берем раунд мы, берут они. Так что сейчас пойти наша очередь. Вот, поэтому... Угу. Говори. Он может, понимаешь, просто вот, они как-то играют непредсказуемо как-то. То есть, они либо где-то сидят, либо где-то еще. То есть, какой-то вот сейчас ты идешь к пленту, а он может вообще обходить тебя где-то со спины, например, да? Либо он может вообще стоять на пленте и ждать тебя. Либо он может быть наверху. Тут столько позиций, прям жесть! У него очень мало хп, брат, пожалуйста. Возьми этот раунд. Вон он. Тяни время, просто тяни время. Играй на тайминг. Ты можешь, кстати, да, обойти. Надеюсь, у него диффузов нету. Мне кажется, он сейчас будет... Бегом! Быстрее! Хорошо! Прекрасно, просто прекрасно. Вот такое я такое люблю на самом деле. Еще и калаш забрал. Еще и калаш, это замечательно, вот это хорошо. Так, мы снова пробираемся вперед. Это классно, это круто, это замечательно, это просто здорово. Но еще не все, нам еще надо, блин, еще три раунда выиграть надо. Иди, через зелень? Направо сейчас? Нет, я направо, окей, давай попробуем так. Так, сейчас кину им гранатку. Вон туда вот. Меня засмочили. Я пока не буду выходить. Еще пытается прострелить. Тихо. Так, отлично. У них эко. Один возле меня. Один у возле них меня. Эко. У них нет, эко. Там у чувака эмка. Один, короче, вот там вот, на второй линии, получается, если я тебе правильно. Стой, не стреляй с ним. Хорошо, все под контролем. Все нормально, все хорошо. Бой. Все просто прекрасно. Так, нам осталось два раунда. Я вот знаю, что сам... А, чё? О, да, он начал пушить, я, так сказать, щитков такой вылазил. Не растерялся, да, подкатил как бы. Правильно сделал. Смотри, иди так же, как ты шел, а я, короче, пойду... А, теперь меняемся позиции. Я понял. Давай. Самое главное, чтобы они сейчас не рашили. Я просто, я понимаю, что я до сих пор не могу понять вообще ход игры на этой карте со стороны противников, с нашей стороны. Тут очень много, на самом деле, чего, тактик всяких можно менять. Ты на пленте уже? Нет. Слушай, они не могут нас спину обходить? Могут. Фига, я прочекал. Просчитал чисто, нормально. Вон он там, на второй линии. Я поставлю бомбу пока что. Так. Прикрывай. А я пока поставлю бомбу. Слушай, ну мне прям нравится. Прям хорошая катка такая получается. Ой, здрасте. Все, просто хорошо. Идеально. Просто террористы победили без потерь. Это самое главное. Все, брат, последний раунд. Мы должны это делать. Так, у тебя все нормально, все хватает. Там дифуза, да, все. Да, а, у меня 7 тысяч. Все, просто прекрасно. Просто берем этот раунд. Давай сейчас вместе подойдем друг к другу. Знаешь, как команда такие, ручки вверх. Не бей меня, пожалуйста. Да не, ну надо руки поднять и типа, мы команда, вперед, давай. Мы команда, вперед. Все, нормально. Все, давай, идем. У них, кстати, сейчас, по идее, вообще, по логике вещей, должен быть закуп. Ну да. Я думал, ты хочешь сказать эко? Не-не-не-не-не. Я надеюсь, что никто спину не обходит, там ничего нет. Так, подожди. Одного видел, один стоит у плента справа, то, что там проход на план Б. Понял, да? Вон. Да. Хорошо! Он остался один. Где он может быть? Понятия, я бомбу ставлю. Давай, смотри, поставим бомбу и просто отойдем. Он наверху! Ок. Идеально! Просто идеально! Ребят, ну слушайте, сегодня прям супер крутая какая-то игра получилась. 14 фрагов.
Я впервые, наверное, за долгое время сделал больше Илья фрагов, чем ты именно в напарниках. Это уже повод гордиться, это уже все прям. Это хороший результат. Да, а у них... А, ну слушай, у них... А как... Можно узнать, а как распределение рангов вообще работает? Как эта схема вообще получилась? Не, они как бы хорошо играли. Ну, они реально... Ну, это не их звание. Ну, тут просто, мне кажется, на самом деле, ребята, в напарниках очень странно бывает. Ну, идет как-то определение, на каком уровне ты играешь. То есть, те ранги вообще как-то на рандоме, мне кажется, выдается. Прикинь, как они охренели. Да, да, они же такие, нифига, мы против каких челиков играли. Да, ну, друзья, самое главное, что мы победили. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили много-много лайков, подписались на все наши каналы. Ну, а с вами сегодня были, конечно же, как всегда, Кофи и Иксайл. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Е-бой, всем отбой.